Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте и у себя на видеоканале Виктан.инфо. И сегодня такой, скажем так, экстренный выпуск. Затеял я сделать видеовыпуск о мошенниках, о том, как несправедливо там людей обзывают и так далее и тому подобное, раскрыть некоторые аспекты. Записал видео, оно получилось очень длинное, там что-то больше 2 часов. Я понял, что это видео никто не будет смотреть. Как бы надо сократить, но я люблю разговаривать факты. Я в процессе делания этого видео задерживал свои видеовыпуски. И сегодня не собирался вообще ничего писать, пока не открыл свой почтовый ящик. И на почтовом ящике я обнаружил вот такую вещь. Здравствуйте, Виктан. Мы изучили ваш контент и обнаружили, что в нем нарушаются наши правила отношения в отношении безопасности детей. В связи с этим будут удалены следующие публикации. И лупанули по публикациям. Там, крещение – это насилие и так далее и тому подобное. Значит, ребят, YouTube начал удалять там вещи, когда такие, знаете, выпущенные мною, там, где я по фактам разбираю, что это действительно, блин, опасно. Знаете, хочется обратиться к христианам, к рабам, рабам, которым ничего не остается делать, как только соглашаться с действительностью и, по сути, молиться, поститься, и жаловаться. По сути, даже запрещают думать, по сути, даже запрещают что-либо публиковать интересное или хорошее. Смотрите, я привел факты. Я привел факты, что крещение – это реально опасно. Там, где реально церковники издеваются над детьми. Наказание кому последовало? Наказание последовало мне, понимаете? Мне! Это ж не я издеваюсь, не я в котел этот сажаю, да, калечу детей. А получается, нашли виновника. Значит, мне нельзя было распространять данный контент. То есть, можно было голословно сказать, что это негодяи. Понимаете, вот так вот. Но факты нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Нам разрешают просто, знаете, вот получается, я должен увидеть несправедливость, я не имею права ее заснять и не имею права выложить все в соцсеть и потребовать разбирательств. Хотя они же пишут, что мы можем передать факты о насилии в правоохранительные органы для возбуждения какого-то дела. Так давайте, я вместе с вами, я готов свидетельствовать о том, что наших детей калечат. И если бы хотя бы поступали по правилам священописания, это было бы хоть как-то оправдано. Смотрите, в Библии не крестят детей, а крестят только взрослых. Сам Иисус был крещен в 30 лет. В Евангелии от Марка ясно написано, кто уверует, тот и крестится, тот спасен будет. Таким образом, человек сначала должен поверить, а потом уже креститься. То, что происходит сейчас, это реальное насилие над детьми. Я своими действиями высказал свое негодование и привел факты, действительно реальные факты, чтобы не быть голословным. Там этих поводов более, чем для того, чтобы подать в суд. Но нас же учат чему? Нас учат смириться, смирению с действительностью. Вы знаете, я смотрю, что цензура сейчас стала такая вроде бы правильная. Нас учат, блядь, толерантности. Ой-ой-ой, я только что матюкнулся. Матюкаться ж тоже нельзя. Знаете, надо лицемерить, быть улыбчивым, кричать, что я вас всех люблю, а сам ненавижу. Блин, я такой, как я есть. Я не хочу казаться лучше или хуже, чем я есть на самом деле. Вот я такой, понимаете, иногда могу матюкнуться, иногда могу и послать. Почему я должен лицемерить? Да, этого стараться меньше надо, дабы не агитировать. Но ЛГБТ можно и агитировать, понимаете, гей, парады можно, пидорасов парады, агитация пидорастии можно, а поцеловаться с собственной женой на перроне – как у меня произошло в Италии. Нельзя, почему подошел полицейский. Получается, я ему должен в ноги поколаниться и сказать спасибо, что он меня не забрал, не арестовал, не наложил штраф. Нельзя. В Дубае мне нельзя, допустим, было
держаться с женщиной за ручку. Это непристойное поведение. Но, сука, пидораса, можно там ходить. Хотя пидорастия запрещено, но у них это называется. Красиво там... Это дружба, это верная мужская дружба, понимаете? Держаться за ручки можно, обнимашки с мужчиной можно, блин. А с женщиной нельзя. Вы что, не понимаете, куда катится мир? Нам ничего нельзя. Как же делать новостные, понимаете? Как же высказывать? Я что, должен в своих видео, блин, включать мыльную оперу и кричать, какой я классный, толерантный, отлюбите весь мир, желайте от прекрасного? Блин, и каждый из нас, нормальный человек, понимает, что это все хрень. Вы понимаете, хрень. Ну, знаете, прихожу к выводу, что в 90-х человек реально понимал, да, был бандитизм, и мы все понимали, кто с какой стороны баррикады. В 90-х произошел развал СССР, но почему-то все 15 этих республик поделились, блядь, без войны. Понимаете, без войны поделились. Куда мы катимся нахрен, а? Куда мы идем? И каждый день нам закрывает рот. Сосочек, значит, надо замазать, понимаете? Мужской сосочек можно тоже замазать. Блять, а это мода, получается, 2019, там, где ходят, ну, я даже не знаю, это папуасы поприличнее, понимаете? С котекой папуасы, это хоть, ну, это хоть понятно, что с котекой папуас там стоит, эту херню одел на член. Ну, это у них форма одежды такая была. Ничего, это исторически. А это что нам навязывают? Это можно, знаете. А быть мужиком нельзя. Нельзя. Вы что, не понимаете, к чему это все идет? Это идет к тому, чтобы уничтожить, уменьшить численность населения. Для того, чтобы таким, как я, закрыть рот. Для того, чтобы не... А какой нахрен справедливости вы говорите? Еще раз возвращаемся к 90-м. Значит, 90-е, получается, мы знали, кто такой плохой, кто такой хороший. А сейчас что мы знаем? Что мы сейчас знаем? Можно постить картинки тупые, развлекательного только характера и перепащивать там великие психологические цитаты. Больше ни хрена мы не можем, понимаете? Сказать правду нельзя, за это посадят. Я жил с родителями, в самом начале 90-х годов, еще в 92-м, по-моему, да, в 92-м году, там, где жили родители, сосед убил соседа. И затянул его, убил трубой. И его оправдали. Он четко действовал по правилам. Сейчас я смотрю по телевизору, человек вышел за своей женой, увидел, как его жену насилуют, а у насильника забрал нож, и махнул так по паховой зоне, что отрезал кусочек члена и одно яйцо. И его за это судят. Девочку, которая ехала в такси, не попытка к изнасилованию, а реально уже началось изнасилование, она выхватила у таксиста, нашла нож и заколола таксиста, ей дали 5 лет. Блин, а надо было просто, наверное, этому мужчине, который шел за своей женщиной, ну, увидеть, как ее насиловать, наверное, надо было сказать, блин, она так не любит. Вот там эрогенная зона, да, чтобы она оргазм получила. Пипец, куда мы идем, ребята? Значит, мои видео удаляют. О чем я должен снимать, ребята? Какой-то хрени вам говорить просто для того, чтобы, блин, был толерантным, да? Да чихать я хотел, откройте в гугле, что такое толерантность. Толерантность – это медицинский термин. Пидорастия – это не оскорбление. Пидорас – это не оскорбление. Это тоже медицинский термин, который просто со временем похерили и заменили по окну Авертону для того, чтобы оправдать. Понимаете, нас ссорят, а мы должны молчать. Нас закрывают рты, а мы все ж такие толерантные, блин. Нас учат. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Недавно был такой идиотизм, когда отменить видеорегистраторы. Вы знаете, я был в Штатах, тоже видел, говорю, а что у вас видеорегистраторы, в принципе? Он говорит, они бесполезны у нас. Почему? Потому что полицейский, блядь, у нас бог. Бог, понимаете? В Штатах полицейский это бог. Да нахер тогда еще какая-то вера, блядь. Если полицейский это бог. Понимаете, это... Там мы оскорбляем чувства, там нам нельзя снимать, там нельзя нам доказать, там можно только тупыми картинками баловаться. Не перейти на мыльную оперу, сделать мыльный контент, вообще ни о чем. Вот я не знаю, вот я сейчас
Поставляю скриншоты, конечно, в свое видео. Там, где мне, получается, обвинили, я написал апелляцию. А апелляция, внимание, на Ютубе, 300 символов. Точка тоже символ. Как можно написать и оправдаться в 300 букв? Здравствуйте, уже куча букв. Значит, здороваться не надо. Надо написать коротко и ясно, почему. Я считаю, что видео удалено понапрасну. Как я могу объяснять, что это не я делал насилие над детьми, а я также возмущен о том, что происходит насилие над детьми? Нет, обществу, системе вернее, надо рабы. Рабы, которые просто, поникнув головы, просто будут выполнять то, что им будут велеть. Знаете, как расшифровывается демократия? Говори, что хочешь, но делай то, что тебе велят. А что делать таким, как я, которые чувствуют, видят правду и молчать не могут? Грубиян херовый. Да мне похрен, хреновый я или хороший. Я такой, как я есть, понимаете? Так вот, сейчас сижу и думаю тоже, кстати, делать видео это полтора, ну оно где-то будет, ну и сокращу, и вырежу, но на полтора часа. О мошенниках, понимаете, там, где и меня распидаливают, и... Но я люблю говорить фактами. И сижу и не знаю, блин, делать или не делать. Почему? Потому что опять забанят, опять удаляют, потому что ж я нарушаю чьи-то чувства. Скажите мне, а когда рядом, никого не спросяшь, построилась церковь, а рядом живут, допустим, мусульмане, атеисты, люди, которые проработали всю ночь и в 6 утра, блядь, колокольный звон лупит. Их никто не спрашивал. Это не насилие, это хорошо. Вы что, люди, не верите, что церковь отделена от государства? Да расскажите мне. Это все средства манипуляциями людьми. Нас не любят. Маги, колдуны, там, фу, отброски общества. Да включите мозг. И кто был первичен? И когда появилась чья религия, в каком году? И куда делись нахрен 5500 лет? Петр Первый взял, перечеркнул. Хотя тоже есть сомнение, что это был тот Петр Первый. Включите мозг, кому раньше люди поклонялись? Откуда появился бог Ра и все остальное? Бог Ра, бог Солнца. Попробуйте дать Солнцу по морде. Распять его на кресте. Попейте солнечной крови и заешьте божьим телом, да, божьим телом. Солнцем заешьте. Ну, хотя есть, да, есть праноеды. Втюхают вам разную хрень в голову, а вы верить готовы. Короче, кто за реальность и за правдой, ко мне на канал. Кто там верит там какую-то ахинею в сказки, пожалуйста. Можете отписываться и топайте другой дорогой. Вас и так учили с детства. Иван дурак, Емеля на печи. По щучьему велению, по моему хотению, а других учили, как в этой жизни выживать. Ладно, всего вам доброго. С вами был Виктан.